Полузащитник футбольного клуба «Волга» Руслан Махмутов. Руслан, привет. Здравствуйте. Давай первый вопрос, очень коротко, если не секрет, что случилось, когда тебя ждать на поле? Да, ну, на тренировке перед Новосибирском почувствовал, что приводящая мышца себя плохо чувствует. Ну, и на игре просто усугубил, возможно, даже бы, ну, не надо было играть, но, не знаю, хотелось помочь команде, но только хуже сделал, короче, к сожалению. Надолго? Да нет, ненадолго, я думаю, сейчас к Челябинску буду готов. Сейчас уже нормально все. Если говорить по вообще сезону, неровный пока складывается как-то вот. Мы помним победную серию концовки прошлого сезона, которую там Челябинск немножко подпортил. Начало этого сезона неплохое. Что потом случилось, почему начались поражения и ничьи? Ну, это может только мое мнение. Наверное, не было у нас глубины, возможно, состава. Сейчас она побольше, как бы, и конкуренция посильнее, как бы, между игроками. Ну, и мы за счет этого будем расти, грубо говоря, все другие игроки. Вот. Ну, просто в каких-то матчах нам не повезло, я считаю так, потому что мы в каждом матче всех переигрываем, но нам надо прибавить в качестве, чтобы мы до голов доходили, пока мало голов у нас. В целом сейчас вот до заявки, насколько я понимаю, завершены. Комплектация, баланс в составе, все ли есть для того, чтобы успешно продолжать там бороться за какие-то верхние места? Да, я думаю, да. Хорошо, мы с того сезона, как бы, грубо говоря, весь костяк сохранили. Вот, ну, сейчас добавились игроки. Блин, не знаю, как посмотрим, как получится. Но я думаю, все будет хорошо. Потому что, блин, как объяснить-то? То есть сейчас у нас, ну, например, костяк, он более возрастной. Пришли молодые. Сейчас они, ну, обкатают, грубо говоря. И думаю, придем в нормальную форму все в кондиции.